have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Продолжаем Death Door. Будем пытаться сейчас пройти дальше, освободить еще три души. Сходим вот сюда. Я здесь еще не был. Понятно. Не очень люблю такие фишки, но... Серьезно? А, то есть вы мне предлагаете стрелять по ним? Нет, просто. Угу, понял. А сюда мне тогда зачем? Но тут закрыто. Это интересно. Ладно, мы сюда обязательно вернемся. Я немножечко... Ох, блин. Ничего не ожидал такого. Немножечко за кадром побегал, пособирал. Не возвращается, это хорошо. У нас сейчас есть 513 экспы. Что касаемо прокачки... А, я нашел еще красный камушек один. Потом, может быть, если будем пробегать мимо, я вам покажу, как там и что. У нас получается один красный, один зеленый. Немножечко экспы... Прокачали. Так, нашел. Находил ли я какую-то вещь? Сейчас. Бортовой журнал, это вы видели? Наконечник стрелы видели? Да нет. Без вас я вроде ничего такого не находил. Так что, хорошо. Ты издеваешься нафиг? Вроде несложно, кстати. Просто войти в нужный ритм, и вроде как несложно. Наверное. Файт выглядит как арена. Она и есть. Надо мелочь поубивать. Гори! Я не буду с тобой биться в рукопашку. Иди. Да гори, пожалуйста, и все. Как же я рад, что я нашел вот этот вот грейд. А, там, кстати, вон и душа сверху. Как я рад, что я нашел этот грейд сгорения. Гори, пожалуйста. А, вот видите, этот догорел нормально. Нет. Так, лучники! Блин, и ты, пожалуйста, сгори. Вот эта фишка с горением мне сейчас очень поможет. К тому же, я вроде как еще и прокачал себе силу магии. Оно сейчас должно гораздо лучше работать. 12 экспы за него дали. За вот такого вот слона 12 экспы. Вторая душа. Отлично. Остается не так много. Здесь так холодно. Ты свободен, брат? Ого, а как-то они... Ну ладно. Так, я, наверное, себе добью немножечко магии, чтобы у меня было 5 единиц. А, да? А, вот он и первый шорткат. Угу. Понял.
посажу здесь. Я не знаю, стоит ли мне экономить. Мне вроде как 20 растений можно... Где у нас там был проход с первым ключом? Погодите. Здесь? Да, здесь. Пойдемте сюда сходим. А, тут у нас есть еще одно растение, которое можно посадить. Хорошо. Комната... Просто с хилкой? Ладно. Еще один файт. Она угловатая, она не то что сложная, но тут можно запросто где-то за углы зацепиться. Может, стоило подкинуться, кстати. Опа! Ай, не надо. Я на этом панцире мог себе... Валим, валим, валим. Да ну блин, я не успел... Да ну не зажимай меня там! Дядя, он очень резкий. Он прям вот... Росомахи чертовы. Гори. Нет! Валим, валим, валим! Да, ну, я же говорю, комната угловатая, из-за этого... Сгори, пожалуйста. Спасибо, я на тебе набью немножечко. Ты не против? Есть. Этого завалили. И этого завалили. Фух. Что-то я немножечко стал волноваться, что меня могут грохнуть. Хорошо. Третью душу мы тоже нашли. Остался четвертый. За время, проведенное в этой крепости, я многое узнал. Про лордов, брат. Мне все равно наплевать на них. Да, третья душа. Нам нужна четвертая душа. Это откроет нам... Врата, врата приведут... Так, минуточку, а там дальше же, наверное, что-то было, не? Или... Нет, это закругленная комната. Ай, дружище. Так на этих воронов смотреть печально. Я так понимаю, что вот эта вот дверь, она приведет нас к силе. Так? Так. Вот этот четвертый ключик я, наверное, не смогу получить. Ну, не наверное, не смогу получить без этой силы. Поэтому мне нужна четвертая душа. Которая, собственно... Так, вот. Да подлечусь. Пофиг, не хочу воскрешать людей. Ты мне ничего не скажешь? Пожинать души на завтрак и ужин. Нет. Хорошая была строчка, кстати. Пожинать души на завтраки уже. Так, а вот там наверх как мне попасть? А, вон через... Ясно, понятно. Где я еще не был? Погодите, ребята, я сейчас по-быренькому найду, куда мне надо, и мы вернемся. Вот, я нашел какое-то небольшое местечко. Попробуем сейчас сюда зайти. Ага. Ну-ка. Вот, мне туда. Все, я понял. Сюда дальше я не смогу пройти. Я думал, что это будет как-то по-другому, но мне туда, оказывается. Видимо, там у нас будет находиться четвертая душа. После чего, собственно... О! Ха-ха, обалденное место. Семечку я заберу, спасибо. А, ты просто за мной бегаешь? Ну, тогда не проблема.
Это будет не очень сложно. Оп, все. Дергаем. Чуть не упал нафиг, ладно. Ясно, не сюда. А куда? Теперь четвертую. Четвертую не проблема вроде. Если перестраховаться и побежать вот так. Нет, не даже бежать-то не надо физически. Можем сделать вот таким образом. Тут, наверное, я садить пока ничего не буду. Так, ну, это арена, да? Сразу гори. Валим. Вот эти ребята очень резкие. Я даже не хочу с ними вступать в ближний бой. Какой молодец. Маг? Уйди от меня. Просто уйди. Не подходи ко мне. Есть. Хорошо, что на панцирях вот этих ребят я могу себе тоже набить немножечко этого. Здесь покоится лорд-затворник. Первый преемник в династии лордов. Его приход к власти был мирным, а его правление демократичным. Мы не забудем его справедливый характер и стремление улучшить условия труда для жнецов. Хорошо. Круто. Молодец, чувак. А, вот и четвертая душа. Кстати, давайте мы его сразу заберем, прежде чем пойдем вперед. Моя жизнь скоро угаснет. Зато этот лорд собирается жить вечно. Несправедливо. Ну, я, пожалуй, с тобой согласен. И... Ну, по сути, нас-то жнецов просто используют как определенный инструмент для добычи душ, а сами лорды, они созданы из душ, то есть мы им нужны, грубо говоря, именно для этого. Да, это мы только что читали. Нет, погодите, а что тут? Просто ничего. Это интересно. Мне вот, вот эту чашу надо будет подпалить. То есть мне нужно будет в каждой гробнице зажечь определенный факел. Но к этой чаше я могу подойти только с той стороны. Я видел там выход к ней. А вот и это место, которое я интересовался, как сюда попасть. Я тоже соберу. Я вообще жадный. А, получается, нам сейчас нужно идти и принимать силу. Вот эту для телепортации. Сейчас будет какой-то большой файт. Собственно, врата. Ну, поехали.
Смотри в оба, живой жнец. Буду. Я, кстати, еще за кадрами искал, где можно бы улучшить взрыв, потому что у меня были некие вопросы, как это сделать. Было одно местечко, я вам тоже потом, если будем рядом пробегать, покажу, которое очень сильно было похоже, но так ничего у меня там и не получилось. К сундуку. Да, к сундуку. А вниз что? А внизу у нас будет место, куда можно использовать эту силу, да? Или что, или где? Да, вот эти столбы. Скорее всего, я смогу между ними перемещаться. Вот такие компьютеры стоят. Ну, или не знаю, это просто какие-то телевизоры. Может, реально мониторы за наблюдением. По наблюдению или... Ладно, третий сундук, третий файт, испытание. Поехали. Хам. Чувак, с тобой это происходило уже два раза. Ты мог бы это ожидать. Алчность. Это я. Да хорош! Я тоже умею огнем. До свидания. Черт. Вот этих ребят я знаю. Хотя я даже не знаю, что лучше. То, что я их знаю, или то, что я их не знаю. Гори пока что. Не попал ни в одного. Гори! Гори! Минус один. Чувак подзавис, пока у него бумеранг в шляпе летал. Нормально. Минус. Сразу тебе сходу. Есть, хорошо попало. Ай, блин! Поплатился одной хпшкой за то, что я их развалил. Минус. Минус. Не хочу с этим чуваком драться. Блин, у меня на два факела осталось мало хпшки. Есть. О, я знаю этого перца. Вот с этим перцем я дрался уже. Он очень резкий. Вы этого не видели, потому что я дрался с ним за кадром. Да. У него хитбокс просто огромнейший. Короче, к нему нужно доходить с большим количеством жизней. Да, еще раз, конечно. Ну, первая волна, пожалуй, самая резкая. Да, да. Ну, встань, 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 чувак. Не до того сейчас. Вот эти чуваки тоже звездец какие резкие. Подпалил, одного убил. Их надо убивать руками. В общем, как ни крути, на этой волне я теряю одну-две жизни, точно. Сдохни, пожалуйста. До свидания. Так, вроде как за карту вывалиться невозможно. Гори. 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 Этого чувака мне надо бы добить, наверное. Этого минус.
Ай! Я не ожидал, что он так прилетит. Ну, блин, я опять с двумя хпшками туда подхожу. Это некрасиво. Мам. Быстренько, ходу отсюда. Так, ты продолжаешь гореть. Глобы на самом деле мне не особо мешают. Было бы здесь как подлечиться. На глобах я потом добью себе магию. Есть, этот уехал. Валим как можно дальше. Нет! Нельзя его к себе подпускать, но у меня магия сейчас закончится, мне придется его подпустить. Его же хорошенько так подкалечил, но, блин. Нет, валим, валим! Фух! Вот этот чувак очень жесткий. Он прям очень резкий, и ты никогда не можешь просчитать, сколько он ударов сделать. Один, два или три. Потому что это второй раз, когда я с ним встречаюсь. Но, по крайней мере, вы видели теперь его, как он выглядит. Потому что первого я убил. Примет от дар, друг ворона, и пусть он поможет тебе преодолеть испытания. Спасибо. Давайте. Так, ну я так понимаю, что это был последний звук, он такого больше не будет. Шиндуки прям жесткое испытание, я даже не знаю. Ну, вон тот воин, который за огненное... Это он был, конечно, тоже. Заклинание крюка. Нажми 4, чтобы выбрать заклинание. Да, спасибо. Вот. А оно у нас будет юзать тоже магию, да? Ну, потому что оно заклинание. Да, спасибо. Угу. Похоже на старый же дневник жнеца. Замена старых врат существенно затруднила мое расследование исчезновения жнецов в местности, где произошла активность. Вся эта процедура перехода на новую систему – сущий кошмар. Я нашел доказательство того, что в том регионе находится множество наших сотрудников, когда был приказ отрезать их от нас. Меня больше беспокоит тот факт, что текущая миссия жнецов в этом регионе также была удалена из системы. Где-то там бродит душа, которую не забрали вовремя. Знаете что? Душа, которую не забрали вовремя, возможно, это тот старый ворон. Возможно, он не жнец. Знаете, мне кажется, что да. Нет сомнений, добром это не кончится. Все знают, что происходит с душой, если она остается живой после назначенной даты смерти. Мне кажется, это как раз тот самый старый ворон, который... Да. Так, вот эту сотенку я заберу. 862, как-никак. Хорошо. Или это... Или оно не использует зак... Оно не использует? Серьезно? Оно же заклинание. Оно не использует магию? How convenient. А что здесь? Здесь телефонная будка. Посмотреть. Пик. Похоже, телефон ни к чему не подключен. Очень... Странно. Телефонная будка. Тут постер, кстати, этого босса нашего. Где мы оказались? Какой-то бар. Этот Вага постоянно твердит, что скоро произойдет нечто важное. Ты что-нибудь знаешь об этом? Я, по-моему, как раз делаю все, чтобы это что-то нечто важное произошло, но... Это наш вход на работу. Так ведь? Вот сюда мы когда-то приехали, нас привезли.
и мы пошли на работу. Я теперь тут же оказался. А в мусоре ничего нету. Как это, чтобы ворона и не покопалась в мусоре? Эти ребята, кстати, накапливаются, если что. Какой интересный столбик. Так. Нет. Я до него не достаю. Матрос на мели. Давайте, наверное, туда. Там у нас было что поделать. Тут у нас слуга. Вот с этой стороны мы никак не могли добраться без крюка. Теперь он у нас есть. Где можно набрать себе... Сейчас, погодите, ребят. Ты... Интересно, у тебя жизни потом восстановится или нет? Думаешь, я с тобой честно буду драться? Ага, сейчас ты посмотри на свой размер и на мой. Сейчас я пойду набью себе магию, погоди. Не все так просто, там где-то кристальчики были. Выперся на меня, тончара такой, офигеть. Я хочу то оружие, кстати. Ну дайте еще кристаллов, пусть не... Да, а, они восстановились довольно быстро. Еще разочек. Хоп-хоп-хоп. Все. Не, ребят, серьезно. Испытания испытаниями, конечно, все хорошо и круто, но... Если есть возможность почтерить... I'll do it. То есть, вообще без проблем. Но трещины на нем появляются. Давайте обратим внимание, вот в таком состоянии мы его сейчас оставляем, весь в трещинах, у нас закончилась магия. Давайте сейчас посмотрим, я подберу себе магию, он зарегенится, когда мы отойдем, или нет. Потому что я думаю, что игра может пойти на такой маленький трюк, чтобы совсем-совсем уж читерский не было. Если он зарегенится, то мне придется идти к нему и там его уже прессовать. А если нет, well, плохо для него. Так, поехали. Он там весь уже такой черный в копоти стоит. Прям хорошо. Потрескавшаяся булава, потрескавшиеся доспехи. Сейчас, если мы приходим, если он весь новенький, это будет не очень хорошо для меня. Ну-ка, 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 ну-ка. Итак, момент истины. А, ну все тогда, чувак, тебе конец. Офигеть ты силен. Ладно. Пришлось его так добивать. Потому что мне все-таки кажется, какая-то часть все-таки регенилась. Ладно. Итак, для чего мы это сделали? Нашли залитого чернилами Мишку. Можно было бы назвать его милым, но он отвратителен. Нет, Мишки не бывают отвратительными. Они все мимишки. Так, хорошо. Кстати, у нас было собрано ровно половина предметов, 12. 12 у нас было еще для того, чтобы найти, но вот теперь у нас 13 собрано. Наверное, плюшевая мишка выглядела очень мило, когда его только сделали, но теперь он в ужасном состоянии и представляет себя жалкое зрелище. Несмотря на чернильные кляксы и пятна, похоже, его любили. И я его тоже буду любить, потому что он будет в моей коллекции. Все, мишку забрали. Стоило вот этого чувака замочить за этого мишку.
Что мы еще можем сделать? Сюда нам не надо. Там мы забирали секретик. Ну, теперь с крюком-то у нас прям вот как-то вот, да, знаете, открылась куча возможностей, куда мы можем ходить и что мы можем сделать. Поэтому, пожалуй, мы сейчас через вот эти вот врата. Почему через врата? Для того, чтобы вылечиться. Через врата мы с вами пойдем дальше. Вот сюда вот, например, в крепость замочника. Вот. Но, ребятушки, пойдем дальше мы в следующей серии, потому что пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.